это должен. Минстрой намерен привести некоторые пункты программы капитального ремонта в соответствии с федеральным законодательством. Речь о платежах за капремонт для проживающих в домах переменной этажности. Сейчас в Хакасии насчитывается 35 таких зданий в Абакане, Саяногорске и в Черногорске. Их особенность в том, что по одному адресу скреплены стены двух домов разной этажности. Например, 5- и 7-этажка. В 5-этажке традиционно лифта нет, но жители за него платят ежемесячно. В многоквартирных домах переменной этажности, в подъездах которых отсутствует лифтовое оборудование, то есть блок секции в 5 этажей включительно, оплачивают взносы на капремонт согласно минимальному размеру взноса, установленному для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием, поскольку такой дом имеет единый адрес. Вопрос непростой. Непонятно, выводить ли собственников таких домов на отдельный адрес. И что делать с предпринимателями, у которых офисы и магазины на первом этаже. Ведь им тоже приходится платить за несуществующий лифт. Проект очень справедливый, но он должен быть в правовом поле. И вот понятие именно общее имущество многоквартирного дома, оно включает в том числе и лифтовое хозяйство, лифтовое оборудование. Мы вот сейчас вот проанализируем и как бы или в рамках субъекта, если, скажем, потребуется в том числе выйти законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации, мы это сделаем. Парламентарии поддержали еще один законопроект, который вынесло правительство России – ужесточить штрафы за нарушения в области рыболовства и водных ресурсов. Тема актуальная для нашей республики. Для физлиц наказание составит до 5000 рублей, для юридических лиц – штраф до 200 тысяч рублей. Речь прежде всего идет о том, что действительно начинается в том числе и индивидуальное жилищное строительство на берегу рек, озер, которые в конечном итоге приводят к уничтожению биоресурсов без соответствующих разрешений. Также депутаты проголосовали за создание так называемого «черного списка опекунов», отстраненных от усыновления родителей. Таким образом, социальные службы пытаются уберечь детей-сирот от передачи в недобросовестные семьи. Катерина Ирушина, Станислав Колчинаев, РТС.